начале этого года жители Псков столкнулись с проблемой. По объективным причинам из единственного на несколько микрорайонов РИЦ по адресу Облукова, 41, убрали паспортный стол и бухгалтерию. Гражданам было предложено ездить на улицу Октябрьскую, но многим это было неудобно. Кроме того, неудобное расположение входа в расчетно-кассовый центр перегружало прилегающие дворы автомашинами. Решить проблему помогли общественники и губернатор. РИЦ пошел нам навстречу, открывают новый РИЦ на противоположной стороне данного дома, без большого подъема, с большим количеством окон для оплаты. Также будет работать бухгалтерия, паспортный стол. Я думаю, жители нашего района и жители этого дома будут счастливы. До окончательного решения проблемы осталось несколько дней. В новом помещении уже сделан ремонт, собирают мебель. Помещение, в отличие от старого, будет отвечать всем современным нормам, в частности, санитарным. Было принято решение, что срочно необходима дислокация в более такие современные, хорошие помещения для того, чтобы улучшить качество обслуживания населения в этом микрорайоне. Здесь единственный участок на этот спальный микрорайон. И мы понимаем, что того помещения, которое было там, оно неудобно для граждан и абсолютно неудобно для обслуживания их. Вместительность приемного зала позволяет одновременно принять 24 человека с тем, чтобы они находились друг от друга на расстоянии 1.5 метра. Кроме того, стало возможным открыть 2 дополнительных окна, что существенно увеличит пропускную способность учреждения. Парковаться тоже будет проще. Со стороны улицы есть вместительные парковки. Удобный вход позволяет каждому свободно войти в РИЦ. Жители близлежащих микрорайонов с нетерпением ждут открытия нового помещения. Бухгалтерия – это очень хорошо, если паспортный стол переедет обратно сюда вместе с бухгалтерией. Потому что туда ездить – это очень накладно, очень дорого получается. Потому что я как бы соцработник, мне приходится несколько раз приходить в эту организацию и оплачивать, и туда кататься. И лестница для пожилых, вот зимой очень тяжело подниматься им. Мы помогаем, но ходить им очень тяжело. Лучше, конечно, для людей сделать. Усилия активных граждан и общественника Лукьянова помогли и самому РИЦ. Благодаря объемам нового помещения увеличено и количество рабочих мест. Решение простой и повседневной проблемы оказалось выгодным всем. По словам руководителя всех ульяновских РИЦ, открытие состоится в ближайшие недели. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.